Стройдрейсы номер 3 чествовали воинов-интернационалистов, работающих в системе организации. Юбилейную медаль 30 лет со дня вывода войск из Афганистана заслуженным работникам предприятия вручил военный комиссар Солигорского и Любанского районов Минской области Николай Шепелевич. От профсоюзного комитета «Стройдрейсы номер 3» ветераны получили денежные сертификаты. Почетные награды были удостоены 11 человек. В атмосферу трагических событий прошлого присутствующих окунули тематические песни в исполнении молодых специалистов организации, а также истории жизни участников тех событий. Это и приятно, и больно, и тоскливо как-то. Оно как-то все вместе. И радостно, что вот остались живы, что дожили до такой даты 30-летия вывода войск. Понимаете? И хотел бы, чтобы наша молодежь была более патриотической.